الآن لو أردنا في هذا اليوم أن نصلي الظهر مثلا 6 ركعات. Если, допустим, сегодня мы захотим прочитать молитву обеденную 6 ракатов. الركعة الخامسة والسادسة. Пятую, шестую ракат. نقرأ فيها الفاتحة والركوع والسجود كل شيء نصنع. Будем читать фатиху, будем делать поясной, земной поклон, все будем делать. هل يعاقبنا الله على الصلاة؟ Аллах سبحانه وتعالى накажет нас за такую молитву? لا والله لا يعاقبنا الله على الصلاة. Разве Аллах سبحانه وتعالى нас за молитву наказывает? يعاقبنا الله سبحانه وتعالى يعاقب الله سبحانه وتعالى من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Аллах سبحانه وتعالى накажет того, кто противоречит сунне пути пророка صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أننا نبتدع في دين الله. Поэтому запрещено нам придумывать что-то новое в религии Аллаха. البدعة أمرها خطير. У новшеств очень опасное положение. البدعة تنظر إليها من جانب. На бидат, если ты посмотришь с одной стороны, то есть как будто бы ты видишь основу этого дела есть. Если же с другой стороны на него посмотришь, оно противоречит шариату. Допустим, 6 ракатов обеденной молитвы. Если ты смотришь с одной стороны, то есть это же молитва, عبادة. Поклонение. قراءة قرآن. В нем ты читаешь Коран. تنظر لها من جانب آخر. Если посмотришь с другой стороны. زيادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. То получается ты добавил к тому, что делал Пророк صلى الله عليه وسلم. أمرها خطير يلتبس على بعض الناس. Поэтому дело новшество очень опасное и многим людям этот вопрос непонятен. فلا بد أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يعني كما تتبع. الخطوات الآن في الطريق يعني عندما تمشي في الطريق طريق واحد مستقيم لا يوصل إلى الجنة إلا هذا الطريق. Поэтому мы должны следовать за Пророком صلى الله عليه وسلم и сахабом таким образом, как будто они прошли и оставили следы, и ты прямо наступаешь на их следы, потому что эти следы на той дороге, которая доходит до рая, которая доведет тебя до рая, другой дороги в рай нету. لا يمكن أن نبتدع. Мы не имеем права придумывать что-то в религии. الآن تدخل إلينا البدعة من دون أن نشعر. Сейчас к нам приходят новшества, мы даже, может быть, не понимаем этого. هذه وسائل التواصل الآن. Допустим, средства массовой информации сейчас. يرسل لك في كل جمعة. Постоянно тебе каждый джума приходит послание. يقول جمعة مباركة. Говорит тебе в джума мубарака, пятница мубарака. لماذا? Зачем? هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Разве делал нечто подобное пророк? هل فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ Разве нечто подобное делали сподвижники? في كل جمعة يصنع بعض إخواننا بعض إخواننا هدانا الله إياهم يجعل في الحالة مثلا في الواتساب إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. Некоторые братья делают подобное в WhatsApp и в других каких-то программах, допустим, посылают тебе аят, где о котором сказано, поистине Аллах и его ангелы просят благословения. أو في كل جمعة يذكر لك أن الجمعة لابد فيها من الاغتسال قراءة استحب قراءة سورة الكهف أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. Или каждую джума тебе постоянно посылают одни и те же сообщения, в которых напоминание о том, что надо делать по пятницам. لماذا يعني هذا مخصص في كل جمعة. Почему ты это конкретизировал, начал делать именно каждую пятницу? الحالة في يوم الجمعة لابد تكون على هذا. То есть они прямо обязательно в пятницу делают так. دخلت البدعة دون أن نشعر. И поэтому зашло к нам новшество, мы даже этого не почувствовали. هل يلزم أن نذكر بأعمال يوم الجمعة يوم الجمعة ليلة الجمعة؟ является ли узаконенным напоминать людям о том, что надо делать в пятницу в ночь на пятницу? إذن لابد أن ننتبه خاصة فيما ينقل إلينا عبر الوسائل. Поэтому надо внимание особое обратить на то, что распространяется вот в этих вот всяких социальных сетях. تنشر البدع من أهل السنة من بعض أهل السنة وهو لا يدري. К сожалению, сейчас новшество распространяется со стороны тех, кто считает себя приверженцем сунны, и он даже сам этого не чувствует. والله أعلم.